Всем привет! С вами мастерская «Красок Колорит» и я, Ольга Женевская, дизайнер интерьеров. И сегодня мне помогает... Илья Давыдов, специалист колор-студии «Декурила». В колор-студии «Декурила» вам помогут подобрать краску и инструмент. Здесь представлен полный ассортимент торговой марки «Декурила» «Viva Color», «Колорит», «Анза», «Теса». В колор-студию «Декурила» можно заколеровать краски. Специалисты студии выезжают на объект для консультации. Инструмент и материалы доставляют бесплатно. Также порекомендуют мастеров для выполнения малярных работ. В ремонте важным фактором, влияющим на конечный результат, является подготовка поверхности. Перед проведением работ защищаем поверхности. Необходимо учитывать, что подготовка поверхности перед покраской должна быть особенно тщательной, недопустимы любые изъяны и шероховатости. Мы выравниваем стены перед покраской финишной шпаклевкой «Колорит Стандарт LF». Перед применением финишную шпаклевку тщательно перемешать и периодически перемешивать в процессе работы. Разводить не рекомендуется. Финишную шпаклевку наносим в один или в несколько слоев широким металлическим шпателем «Анза», равномерно распределяя ее по всей поверхности. Толщина слоя – 1 мм. Дальнейшую обработку поверхности проводим после полного высыхания финишной шпаклевки, но не ранее, чем через 24 часа. При необходимости зашпаклеванную поверхность шлифуем. Для удобства используем шлифовальный инструмент «Анза». Проверить качество подготовки поверхности можно при помощи световых ламп или прожекторов. При хорошем освещении будут видны все изъяны. Как видите, стена абсолютно ровная. Помните, что грунтовку и краску желательно использовать одного производителя, так как в состав продукта входят схожие компоненты, что обеспечивает лучшее сцепление материалов. Зашпаклеванную поверхность необходимо загрунтовать. После использования акриловой шпаклевки применяем грунтовку «Колорит Стандарт Грунт». Как понять, надо разбавлять грунтовку или нет? Берем кисть, смачиваем достаточным количеством воды и брызгаем на стену на уровне глаз. Если сразу все впиталось, то грунтовку не разбавляем. Если впиталось на уровне груди, пояса, то разбавляем 1 к 2. Если ниже, то 1 к 1. Мы будем распылять методом мокрый по мокрому в 2-3 подхода, по мере впитывания, не допуская высыхания. Важно не перегрунтовать. Мы будем грунтовать, используя валик «Анза Микмикс». Важно не перегрунтовать, так как будет плохое сцепление краски с поверхностью. Проверить степень грунтования можно на глаз. Если блестит, значит перегрунтовано. В этом случае необходимо отшлифовать поверхность, удалить пыль и можно приступать к покраске. Сегодня мы показали вам, как правильно подготовить поверхность под покраску. С вами была мастерская «Красок Колорит» и я, Ольга Женевская. И Илья Давыдов, специалист колор-студии «Декурила». Успехов в ремонте! И побольше ярких красок в жизни!